Привет, с вами снова я, Black Falcon. Давно я не снимал видео. Это мое последнее видео в этом году. А именно, молодой поединок между Василием Ломаченко и Гильермо Легондо. Сейчас где-то 50 на 50. У Ломаченко даже больше плюсов, но я не думаю, что Легондо так просто, как кажется. Что ж, погнали. Но я все-таки думаю, что победу одержит Легондо. Хотя осталось недолго. Поединок уже завтра утром. Everybody, I'm Joe Tessitore alongside Teddy Atlas. Good evening and welcome to the MGM Grand here on the Vegas Strip in beautiful Las Vegas. Ломаченко повыше, но Легондо больше ломаха лук. Что ж, первый выход Василий Хайотак Ломаченко. 10 боев, 9 побед, из них 7 одержано досрочно и одно положение. Его оппонент Гильермо «El Chacal» Легондо. 18 боев, 17 побед, из них 11 одержано досрочно. И еще один бой плюс на не состоявшемся. Хотя в нем Легондо был в первом же раунде. Но, как выяснилось, удар был нанесен чуточку на после гонга. Что ж, нам выбирают боксера. Ну, я снимал монолог, конечно. Это были свои плечины, так как боксера больше нету. Эти боксеры у меня были скачаны еще до этого. Что ж, рефери напоминает боксерам правила. Что ж, первый раунд, погнали. Ломаченко сразу пошел в атаку. Легондо отвечает. А так, я думаю, нас ждет шахматный фаунт, поединок двух левшей. И входит попадание от Ломаченко. Еще одно. Сейчас пока что Легондо не атакуют. Легко попадание от Ломаченко. Ломаченко помахивается. Пока что Ломаченко атакует, Легондо просто защищается. Ломаченко попадает, но удар проходит через колледж. Легондо отвечает. Пока что множество ударов в очередной Ломаченко попадает в защиту. Ни в коем попадании в Легондо, Ломаченко помахивается. Легко попадание к Легондо сейчас было. Неплохо идет шоу от Гильермо Легондо. Очень интересно поединок пока что.
пока що Фомаченко очень много помахивач. А вот Легонда и передаш Фомаченко. Фомаченко спешается в клинче. А Легонда не спешит. Well, you can tell he's being patient, waiting for a countering opportunity. Teddy, what does he have to think about laying that trap? All he has to do is think a little bit like I do at tax season with my accountant. I don't want to go to that all. You know, my accountant's standing at the door. He's waiting for me to come in there. I want a rebate. And that's what he wants. He wants a rebate. He wants a counter. He's stepping back, and he's waiting for the guy to come to him. So he's the one who gets his way. Что ж, пожалуй, первый раунд все-таки за Фомаченко. Все-таки все он был получше. 10-9 в пользу Поколенча. Listen to me. Do you want this fight? You gotta stay busy out there. You are losing this fight because you're not throwing any punches out there. Второй раунд. Here we are, the start of a new round. Фомаченко продолжает свою атаку, Легонда встречает. Пока что Легонда потирается к сопернику нашу. Фомаченко идет в атаку. А это было неожиданно. Фомаченко отправляет Легонда на настил. Фомаченко атакует. Легонда пока что бегает. Легко попадает Легонда. Reaching the halfway mark of this round. Return to sender. He gives him back one of his own. Пока что Фомаченко выглядит лучше своего оппонента. Фомаченко клинчует. Able to cover up that shot. Пока что много помоков, пришел на обоих боксеров. Какое попадание на Легонду? Еще одно. Какой попадает Фомаченко, еще одно, и еще. Все, что вот за Фомаченко, еще одно нокдауна, Фомаченко ведет со счетом 20-17. You just hit the bullseye and you got that big, big stuffed animal you can give to your wife or your girlfriend. But now, he doesn't want you to go away with that. Oh, no. No. He tells you, wait a minute, try again. You could trade that in for something even bigger. But you might lose the one you have already. That's the question.
Тридайте главу. Легон дохакует. Получаем, пока что идет в атаку. Можно. Пока что Гунда не получил, чтобы быть. Неплохой попадок Легонда. Еще одно неплохое попадание в исполнении Легонда. Легонда клинчует. Легко попадает Легонда. Пока что Легонда действовал шкалом номера. Легко попадает его мочанка. Легонда помахивает, что слабо клинчует. Легкое попадание от Легонда. 90 seconds to go here in this round. Bush right hand to the head. And now you see the southpaw pulling the trigger with the straight left. Hook up landing for Legonda. Look at the accuracy with that hook upstairs. Well, he's going to pull off just missed. Isn't landing it. Come on, now's your chance. Good defense, just covering up down low. Hook up landing for Machanka. Так, пока мы очень очень много помахивали. Вообще. Легко попадает в Легонда. Легонда попадает в защиту. Что ж, Альфа-Ранг за Легонда. Пока что счет 29-27 в пользу Халитака. You just can't move around. You gotta move with your hands in there. Let them things go. Listen, I'm not gonna stand here and watch you take those shots, you understand me? Now let's see some defense and more fun. Ну что же, такой счет 29-27. Первый два раунда за Мачанка, второй же на главу на 10-8, а третий за Легонда. А у нас сегодня видим четвертый раунд. He used to hit guys on his arms. He wasn't hitting them clean, but he was breaking their blood vessels. Excuse me for being so graphic, but he was breaking their blood vessels. They couldn't keep their arms. Кажется, Мочанка, Легонда заставляет Мочанку очень много помахивать вообще. That's kind of the way this guy fights. А сам лишь на контратаках. А вот Легонда потряс во Мочанка. Мочанка клинчует. Легонда не спешит. И пока что видно, что поединок походит по сценарию Гильермо дель Легонда. Какой попадает Легонда? They have to have the desire to have that great career. There has to be something
in them. They had to be cold in that furnace to burn and to burn later on. Happened to them in their life. Maybe through their parents, maybe through neighbors, maybe through coaches. Somebody told them they were never going to make it. And they go in their mind that they're going to find a way to make those people walk. То, что Гондо пока что много уклоняется. Удалов, может, мало, но держится лучше его оппонента. Легко попадание для Гондо. Какой планет у Гондо? Ломаченко клинчует. Также Гондо выглядит менее уставший, чем учили у Ломаченко. Что ж, лаунж он снова уже кубинчим. 38-37, чемпион Другой тоже пошел в атаку. You know, many times we talk about the fact that, hey, at least he's throwing punches, but that's all you can say in this case because he's not landing many of these. No, they're being blocked or they're missing. They're definitely not landing clean, and you have to give credit to the other fighter being that good defensively. Какой планет для Гондо? Который действует больше на точно, чем на крыльце, что? Ломаченко попытался клинчевать, как он отошел. Так, пока что Легондо ведет. Ты не думаешь, что, блин, на поединке так бы совершенно слово, чем все-таки тот физика не очень сильно высчитана? Легко подает Легондо. А вот Легондо покидал своего Ломаченко. Но добивать не спешит. И все-таки удавом по копчу он вспоминает Василия Ломаченко в нокдаун. Что ж, было неплохо. Ломаченко встает. Но пока что наш Легондо посчитал своего оппонента и держит так, как ему удобно. Right
А вот Любонов точному даву отправляет Ломаченко в нокдаун. Уже еще один. Так что походу на что-то черен, да что же победа Дегилев Мальдугунда. Он все же пытается встать, но не может. Это нокаут. Что ж. Не думаю, что исход принял. Таким все-таки мне кажется, что нокаут возможен, но мало его вылетает. Ну, будет решение Шури, причем еще лошадь. А так у нас победу нокаута в 5-м раунде одерживает Гильдеума Эль Шакал Льгонда. На момент остановки у всех Шури счет был 37-37. Через два раунда, хоть иногда он не был, они все удары Льгонда с счетом 10-8. Обратимся к статистике. Ломаченко попал, сошел 4 удара из 548. Льгонда 95 из 185. Ломаченко 82 из 436 в голову, 62 из 212 в колпаш. Льгонда 61 из 134 в голову, 34 из 55 в колпаш. По раундам. Первый 32-15 Ломаченко. Второй с таким же счетом 32-15 Ломаченко. Третий 37-27 Льгонда. И время Ломаченко. Четвертый 24-20. Ломаченко. Пятый, 20-18 Ломаченко. То есть во всех раундах хоть и было преимущество Ломаченко, но другой надеялся намного точнее и в целом победил. Что ж, посмотрим, каким будет итог более завтра утром. На этом все. С вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. До скорого!